Вот такая дорога ведет ко второму пикниковому месту. Хоть там знак и запрещающий, но если кто-нибудь все-таки заедет, ему будет сюрприз. Нормальный такой сюрприз. И не один, а штук пять подряд. Второе пикниковое место, до которого нужно шагать 1,5 километра пешком. Блин, место классное. Поляна огромная. Чего хочешь, можно делать с кучей палаток. Речка тут. Тарзанка на речку прыгать. Но пешком это не наш выбор. А рядом еще непонятная башня. Вон там виднеется. Потом и туда залезем. Поленница, как обычно, пустая.